прошло уже 3 года сформирования этой команды, она была молодая. Девочки пришли недавно, потихоньку они окрепли. По результатам можно судить, что, в принципе, процесс идет успешно, и девчонки способны с желанием, и можно надеяться, что это будет продолжаться. Турнир был сложный, в принципе, потому что было много команд, с которыми мы играли до этого в молодежной лиге. Больше всего запомнилась игра с Череповцом, потому что это была сильная команда. Мы выиграли их 3-0, но было тяжело с ними играть, потому что они боролись за каждый мяч. Мы ехали с надеждой, что мы выиграем, боролись и победили. Но не всех, конечно.